Практически все иностранные социальные сети стали недоступны для россиян в этом году, из-за чего блогеры остались без творческих площадок, а зрители без любимого контента. Однако отечественные разработчики решили эту проблему и создали свою новую социальную сеть, где также можно создавать уникальный видеоконтент и находить единомышленников. Присоединиться к ней предлагают и жителям Верхневолжья. Интерфейс приложения изучила наша съемочная группа. Большинство привычных россиянам социальных сетей недавно было заблокировано на территории страны. Недоступно стало не только общение, но и площадки блогеров. Однако очень быстро была найдена альтернатива иностранным соцсетям. Отечественные разработчики запустили новое приложение. Сейчас большинство блогеров переходят на новую соцсеть Yapi. Само приложение подразумевает под собой запись коротеньких видео вертикального формата, где дальше есть желание продолжать это видео и, собственно говоря, между собой взаимодействовать. Можно вообще даже создать отдельный чат, где можно создать свой сценарий конкретный, добавить несколько людей и таким образом функционировать. Протестировали социальную сеть еще осенью прошлого года, а с момента блокировки иностранных ресурсов она только начала набирать обороты и объединила уже тысячи блогеров со всей страны. Здесь можно найти самый разный контент – бьюти, автомобили, распаковка, видео с животными, скетчи и другие. Эту площадку предлагают попробовать и в продюсерском центре Inside People в Твери, который занимается продвижением блогеров и оказывает помощь начинающим авторам. Одна из тех, кто уже обжился в Yapi – тверской блогер Екатерина Сударикова. Очень интересная функция – это коллаборация вместе с другими блогерами и, допустим, более крупными, то есть это миллионники какие-то, и то есть они могут заметить твое видео и снять с тобой коллаб, также в обратном случае работать, что я могу с какой-то звездой снять, и меня могут заметить. Несмотря на то, что приложение вышло не так давно, все равно там достаточно большое количество пользователей появилось, и сейчас достаточно просто выйти в топ. В скором времени в приложении заработает монетизация, что позволит блогерам зарабатывать на своем творчестве. К тому же у соцсети удобный интерфейс и много полезных функций. Тверские блогеры отметили, что Yapi ничуть не хуже зарубежных приложений. Стать частью нового пространства может каждый. Для этого нужно скачать приложение в любом плеймаркете и зарегистрироваться. Надо отметить, что Yapi также работает из компьютера.